Так, 28 июля 2021 год. Харьков. 4.13 по Киеву. И сейчас покажу Сатурн. Сейчас. Вот он. Вот он. Я его вижу. Миллионов километров до нашего замечательного Сатурна, газового гиганта. Каждый здесь день я катаюсь на работу, и только сейчас мне в голову пришла замечательная идея после вчерашнего ужаса с ветром при съемках над рекой. Я думаю, так елки-палки, тут же огромная площадь, машина далеко перед торговым центром. Затышек за стеночкой укрылся, и смотри, какая красота. Кругом уже утренний рассветный ветерок, а здесь, пожалуйста, тебе. Ладно, поехали смотреть на Юпитер и Сатурн. Ну, здесь на Сатурн посмотрели. А теперь посмотрим еще и на Луну. Вот Луна, вот Юпитер. Ой, там же такие классные глаза на Луне. НЛО люди ищут. Зачем люди ищут НЛО? Ты посмотри, какие тут глаза на Луне. Вон. Та-да-да-дам. Вот. Выгляну из-за угла. Конечно, немножко близко посажены глаза для такого обширного, мягко говоря, лица. Но совершенно четко видно два зрачка. А? Шикарная игра света и тени. ISO 800, ну, в общем-то, это только для Сатурна, для того, чтобы локация была видна. Хорошо, пошли посмотрим спутники Юпитера. Галилеева. До Юпитера 613 миллионов километров, это вообще практически за углом. Рукой подать. Мне до счастья рукой подать. Подайте, кто сколько может. Ой, Ива уже почти спрятался за Юпитер. Надо же. Вот это я загулял. Так, значит, что у нас в кадре? У нас в кадре внизу.
Это спутник Ганимед, сразу левее Юпитера. Это спутник Ио. Сейчас наведу еще левее. Это спутник Европа и крайний вверху. Это Каллиста с двумя L. Ладушки, сейчас будем наводиться с другими настройками светочувствительности. И может поехать опять на речку попробовать. Не так будет сильно ветрено, как вчера. Уж больно там шикарные пейзажи. Крики чаек. На луне. Ладушка, будем торопиться. Работа ждет. Или работа не ждет. Так, значит, 4:20 по Киеву, Харькова. 28 июля 2020.